Вятская Кикимора предсказала сегодня, какой будет погода этой весной. Традиционно 1 марта. Этот сказочный персонаж просыпается после зимней спячки. А помогают разбудить Кикимору гости праздника в заповеднике сказок. Они активно кричат и свистят. Благодаря такому будильнику поднять Кикимору с постели удалось воспитанникам 9 детских домов. Существует примета, что первый человек, на которого посмотрит вятская нечисть после пробуждения, будет счастливым. Девочке из дома-интерната Баба-Яга подарила связку калачей. А еще вятская кикимора смогла предсказать погоду на всю весну. Все зависит от того, с какой ноги сказочница встанет с постели. Так всю жизнь так было. Просто раньше об этом никто не знал, что я на целую зиму засыпаю осенью, а весной просыпаюсь. Так вот, как проснусь, сразу же весна наступает. В этом году я встала с правой ноги, как вы видели. Поэтому весна будет жаркая, теплая, лето будет ягодное и грибное.